Коалиция премьер-министра Румынии Виктора Понте в воскресенье одержала уверенную победу на парламентских выборах. По данным нескольких экзит-полов, за правящий социал-либеральный союз проголосовало от 54 до 57% избирателей. Его главным оппонентом была партия действующего президента страны Траяна Бисеску. За его альянс «Правая Румыния» отдали голоса всего 19% граждан. При этом явка на выборах была достаточно низкой, только 37%. Это объясняют сильнейшими снегопадами, которые обрушились на Румынию, а также разочарованием избирателей во всех кандидатах. Виктор Понта, бывший прокурор, в июле пытался вынести Бисеску импичмент. Однако референдум по этому вопросу был признан недействительным из-за низкой явки избирателей. Выборы проходили в обе палаты парламента по пропорциональной и мажоритарной системам. Как отмечают аналитики, это позволит действующему премьеру получить еще больше мест. Понта уже заявил, что ведет переговоры о возможном объединении с Демократическим союзом венгров Румынии, который занял 4-е место и получил 5% голосов избирателей. Теперь президент должен будет определиться с кандидатурой нового премьер-министра. Как ожидается, это произойдет в среду после переговоров с представителями всех победивших партий.